Казахстане внедрят единый государственный градостроительный кадастр. Система позволит исключить неупорядоченную и некачественную застройку в городах. Свободным земельным участкам и сетям инфраструктуры будут присваиваться уникальные номера, которые нанесут на интерактивную карту. Автоматизированная цифровая система станет инструментом для обеспечения сбора, обработки и хранения данных о генпланах, сооружениях, инженерных сетях и благоустройстве населенных пунктов. Цифровизация данных позволит казахстанцам и предприятиям оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения. Планируется, что полностью градостроительный кадастр внедрят до конца 2023 года. А к 2024-му доля инвентаризации региональных сетей достигнет 100%. Такая унификация по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу архитектурно-планировочного задания, согласование эскизного проекта в системе в соответствии с генпланами и проектов детальной планировки с исключением человеческого фактора. Также позволит проводить сквозную проверку документов на соответствие целевому назначению. Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований. Интерактивные карты будут иметь актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре.